Вы в прямом эфире. Никого нет. Очень крутой прямой эфир. Привет. Привет. Ложечку надо. Привет. Ой, привет, Лер. Вот, спасибо. Чего, Вероники много? Ну, людей там. Косметика еще даже не смылась, офигеть. О, спасибо. Ребят, короче. Ладно, сейчас вот прибавится прям нормально. Скажу кое-что. Расскажу вам тайну одну. И я ничем сейчас буду кушать. Около сотки. Не, ничего. Капучино. Спасибо за красиво. Я вот думаю, переезжать мне в Москву или нет. О, Танечка зашла. Я думаю, мне надо сахар. Невкусно. Что за тайна? Настя где? Настя со мной. Настя тут. Скучаем, малыш. И мы скучаем вообще жопа. Прям семья. Показать футболку? Обычная какая-то. Мы дома. Где мы, блин? Я встала, может, час назад. Все время спала. Я на обороне живу в Тюмени. Из пацанок я общаюсь со всеми. Привет, с Тюмени. Ой, спасибо за классную. Короче, ребят, ладно, я вам расскажу. Еще подождать? Да. Ну ладно, сейчас. Интрига. Соня. О, спасибо, конечно. О, я не знаю, я думаю, пока отрастить, какую-нибудь прическу прикольно сделать. Я вот тоже думаю, что надо переехать в Москву к Тане. Нет, там девочка написала. Привет. Смилос нет. О, не хочу я петь. Я простыла, у меня голос вообще грубый стал, и нос закладывает. То есть спеть сейчас вообще петь плохо. Привет. Рассказать об изменениях? Расскажу чуть позже. О, спасибо за классно. Мне предлагают блонд покраситься, я буду прям ва. Я и так хорошо ем. Так что мне не грозит поправиться, походу. Ой, спасибо. Привет. Ну, с Милос, по-моему, никто не общается. Я вот, честно, не знаю, может, там Дина общается, Егорова. Ну, моя банда, как говорится, нет. А давайте я просто создам интригу, да, типа? Ой. Ой, не, ты что думаешь, Данил, я тебя сейчас, блин, пиарить буду? Не. Да, я дома приехала, вот. Сейчас, интрижка, ребят. Ой, спасибо, что клёвая там. Спасибо, что там меня любишь, все такое. Я вас тоже люблю, всем, вас всех. Давай интригу. Все уже пишут. Ха-ха. Привет. Ой, спасибо большое. Сейчас расскажу, кто победил в пацанках. Сразу вот просто. Сейчас, подождите. Вот я вам поэтому интригу создаю, потому что сейчас буду рассказывать. Сейчас наберется народ? Да, сейчас народ будет, и я просто расскажу, кто выиграл сразу. И это же, конечно, буду я.
Ему тоже привет. Привет, Кирюш. Да я стараюсь просто... Ой, я тебя люблю. Я просто стараюсь с вами, со всеми общаться. Ну, типа, не то, что, типа, какой-то зазнавшийся человек. О, привет, Смирно. А просто обычно вообще. Ой, мы, конечно, если соберемся, мы обязательно приедем. Привет, привет. Привет. Что, может, рассказывать? Не знаю, сколько. Ну, 800. Короче, ребята, у меня для вас такая новость. Как быть? Короче, я хочу замутить. Думаю, на следующей неделе замутить фан-встречу. То есть, типа, буду только я, вы, какое-нибудь хорошее место, и мы посидим и поболтаем. Как вам такая идея? А насчет где, я вам сообщу в посте, все будет вообще, все будет известно. Я просто хочу, как бы, знать, пойдете ли вы или нет. Если нет, то я нафиг ничего делать не буду. А, город Тюмень будет, ребят. Я забыла, что в моем городе, где я живу, будет фан-встреча с вами. Только я и вы. Привет, привет. Я вылетаю в Тюмень, там пишет. Тюмень, Тюмень будет, все будет в Тюмени. Фан-встреча будет в Тюмени. Я создам опрос, и мне нужно знать, сколько придет человек. Ну, то есть, если придет 3, какой мне смысл вообще? Как мы можем с вами также на улице встретиться? Я надеюсь, ну, типа, на высшую силу, как говорит Хабиб, он поможет. Ой, спасибо. Давайте, давайте. Мне 23 года. Как бы я хочу организовать, сделать вам прикольно, и мне самой хочется с вами поговорить, узнать, что и как у вас там вообще. Хотите, если вот кто может вообще, я буду очень рада, что вы приедете, это будет, ну, круто вообще, то, что мы там встретимся, будем вместе, и вообще. В Питере я еще не знаю. Привет. Спасибо, что рада меня видеть. А дела у меня вроде нормально, только немного простыло. А насчет, кто победил, сейчас тебе расскажу просто. Алиса Приходова. Почему они спрашивают? Алиса Приходова победила. Ор. А что рассказывать о своих татуировках? У меня есть 6 татуировок. Вот это самое нормальное. Остальные вообще дерьмо. Ну, в смысле, мне не нравится. Короче, плохие мастера, и мне была маленького возраста. Ну, может, лет 15-16, и там делали ребята очень плохо все. Моя девушка здесь. Я жду, когда вы приедете в Тюмень. Я вас буду ждать. А я тебя люблю. Сейчас расскажу, говорю, кто победил. Очень много знать, но я ничего не могу сказать. Конечно, я победила. Ой, это сделала девочка татуировку, и печаль, беда. Она немного занята. Да, я за девочек болела всегда и буду болеть, даже если они не выиграли. На фан-встрече хотелось с тобой сфоткаться, что ж пизданулось у сцены. Блин. Это смешно. Блин, не пропустила.
Да, я знаю о городе Ноябрьск. Готовить, да, конечно, умею. Да, что нет? А что ты не готовишь? Пельмени варю, все, сварила, готово. Барби? Да, Барби выиграл. Нет. Я просто не успеваю, я сейчас разберу директ ваш и всем обещаю, обязательно отвечу. Просто очень много, и я просто спала целый день и не могла разобрать ничего. Я отвечу сегодня, не переживайте. Класс в 9 закончил. Привет. Go to sit. Ну, хорошее предложение. Я попробую приехать в Нижний Новгород. Если когда-нибудь, если вдруг будет у нас тур по городам, то мы обязательно приедем. Привет. Привет, привет. Лучше спасибо. Ты ревнивая? Я очень ревнивая. По какой прочитала именно? Ну-ка еще раз напиши, пожалуйста. Я просто не поняла. Вас просто много пишет, я не успеваю. Да, школа номер 20. В Авалоне. Авалон. Че, знакомая? Да, была. Спасибо за глаза. Дела нормально, простыла немного. Да я со всеми общаюсь, кроме Милы, с Диной. Да и все. А, да и все вроде. Привет. Я тебя приглашаю в Самару, затусим, дорогу даже оплачу. Прикольно, прикольно. Посмотрим. На какую Настю похоже? В двадцатке учишься? Прикольно. Теперь меня любят. Ой, спасибо. Саша из Питера. Ну, она мне написала, что типа ты здесь. Да, и мы не встретились с ней. Ребят, простите, я сейчас чихну. Не, не чихну. Там девочка хочет похоже быть на меня. Это вообще прикольно. Такое еще не слышала ни разу. Передаю привет. Из Кирова, привет, типа Тюмень. Хочешь, я бы переехала, честно, в другой город. Ой, спасибо. Я уже забыла, что такое длинные волосы. Спасибо. Да, я дома, я уже прилетела, вот, несколько. Ну, я утром прилетела и вот, спала целый день. Если на то пошло, я тебе в Омск оплачу билет, проживание и тусы, приезжай. Давай приезжай на фан-встречу. А мы с тобой там, мы с вами вообще обо всем договоримся. Может, вообще вместе с вами куда-нибудь уедем. Как бы такое может быть. Надо приехать по-любому. А? Да, эти грибы помидорка очень здоровые. Привет, Тюмени. Я не знаю, Дарина. Настя говорит, что охренеть, помидорка большая. Ебой! Что я говорю? Волосы трачу, да, я думаю, буду. Выпьем с тобой. Отращиваю. А, спасибо за девушку. Сестра там. Алина там как. Передаю тебе большой-большой привет. Да я вот думаю, сейчас, когда говорю, тур будет, если что, приеду. Год. Привет, Сюмени. В Питер, я еще не знаю. Привет, Сыктывкар. Привет. В Питере уже была фан-встреча, а в моем городе не было. Я буду ждать вас у себя в городе. Всех просто, абсолютно всех. Будет очень круто. На фан-встрече накидаемся и увезем тебя. Нет, пожалуйста. Пожалуй, нет. Да, стала более женственной.
У меня рост не позволяет. То есть у меня 1,67 м, а модели берут с 1,60 м. Ой, 1,70 м. 75, так, у меня рост не дотягиваю. Маленькая. Значит, спасибо. Год. Я с обороны. Да, я работаю, да вообще, по сути, сейчас пока никем не работаю, я дома. Когда будет, я хочу бросить курить, да, честно тебе скажу, но пока не получается, нет возможности, я не понимаю, почему. Когда фан встреча в Москве, когда будет тур, обязательно я прилечу в Москву, и мы с вами вообще туснем. Привет тебе. Привет с Тюмени, Латвии. Ну, о чем нам разговаривать с мест? Не, нифига себе. Там думали, что у меня рост 1,90 м. Блин, было бы вообще круто, наверное, я бы хотела. Привет. Привет. Спасибо. Да. Я приехал в Германию, но пока нет возможности и бабок. Приезжай в Белгород. Ну, хорошая идея, но будет тур, приеду. Обожаю тебя. Спасибо. Да, по телеку, да, я высокая кажусь. А вот по-настоящему маленькая. Ну, не маленькая, конечно. Привет, привет. Настя немного занята. Я с Лесобазы, привет. Сколько тебе лет? 23. Привет из Крыма, привет из Тюмени. Во сколько я начала курить его? Я... Как я зарина ништяк. Ой, я тебя люблю. Как погода? Погода холодная, чуть снег идет. Давай адрес, я сейчас подъеду к тебе, пойдем в бар. Скажи просто, в какой бар я подъеду. Чтоб потом все фанаты мира знали, где я живу, мне завтра утром даже из подъезда выйти нельзя будет. Даже не то, что из подъезда, из квартиры, я потом как буду с этажов спускаться. Будет тур у всех девочек. Мой день прошел, я спала целый день. Да, сохраню эфир. Я тебя люблю тоже. Какого роста Барби? Откуда я знаю? Я не измеряла роста Барби. Напишите ей, она скажет. Но она, наверное, не отвечает на засранка. Снега в Питере. Да, я знаю, что тепло. Вчера тоже было тепло перед тем, как я уезжала. В Москве плюс 18. Круто. У нас тут минус 4, по-моему. Если кто отвернулся от меня, нет, наоборот, я отвернулась от многих после проекта, потому что, ну, как бы я поняла, что это не те люди, которые мне нужны. Да я не знаю. Привет, привет. Обнимаем, любим. О, и я люблю, обнимаю. Хофманита. Я честно не знаю вообще насчет тура, вообще пока ничего не знаю. Вообще честно вот вам скажу. Просто я думаю... Ладно, ладно. Ну, то есть, ну, реально, не знаю пока вообще. Просто не Барби прям такая же, как вот на телевизоре, и обычная. Я с ней жила, и я видела, что она такая же. Она хорошая девочка. Привет, привет. Я живу с девочкой. Я вроде обычная, не считаю. В какой бар? Я тоже не знаю, в какой бар. Я вам скажу в посте, когда именно я буду, какое число я сделаю. Но я думаю, на следующей недельке уже все, то есть, как бы, что по-любому мы там что-нибудь встретимся. Посидим, я не знаю, там найдем место, где можно и, блин, и поесть, и попить, я не знаю. С пацанкой со второго сезона. Я помню, троих видела. Ну, а так, чтобы общаться прям, ну, нет. О, спасибо. И ты клёвая. Костина, да Костина вроде нормальная. Саша, Настя, я не знаю, вообще не знаю ничего. Давайте не будем про вообще тур, я вообще ничего не знаю. Настя Почекутова, привет тебе. Господи. Там Оксана. Круглова не пришла, не засрать? А? Оксана Круглова не пришла, не засрать? Нет, так бы я бы выставила ее в сторис.
Я сказала, гасите этот огонь, они пошли начали писать. Я бы сказала, что попросите этот инстаграм, я бы заморозили на месяц. Вот она бы обиделась. Я сохраню. Саш, нас так и называем. Фотки. М? Она бы выстрелила твои фотки, палеванные потом по всему интернету разошлись. Что-что, я просто не видела, правда. А я буду выкладывать побольше видео, обещаю. Почему Настя не показывает, все разочарованы? А Милос такая, как... Я не знаю про Милос вообще, вообще без понятия. Ребят, пишите Милос. Я же не Милос, я не могу сказать, я не могу залезть ей в голову. Ребята, она же не ее секретарь, в конце концов. Почему вы спрашиваете? Лерочка Лавикина. Лавикина, правильно. Передаю тебе привет. Кто выиграл-то? Да я не буду говорить, кто выиграл, какая разница, сама не знаю. Да, будем расписываться, конечно. На стене сейчас. Ой, спасибо огромное. Да, Барби нормальная. Милос и Бланич. Блин. Это смешно, ты супер, спасибо. Ой, люблю тебя. Солнышко мне написали. Я буду выкладывать всякие разные, завтра что-нибудь придумаю. Какую-нибудь песенку вам скину, опять будет что-нибудь прикольное. Послушайте, опять будете мне песни порвать. Привет, Аделла. Да, да, да. Аделле, привет, или как там? Я знаю, кто выиграл, даже я не знаю. Ну-ка, расскажи, пожалуйста. Мне 23 года. Ну все, у меня круто. О, спасибо. Ой, солнышко. Ты хочешь телефон поставить? Не ставь, пожалуйста. Да не, вот так, так они. Вот тут фишки мои, видно. Бутерброд готов. А, я сейчас не смогу читать. Очень круто села. В смысле, ты не можешь читать боком? Нет. У тебя очень... проблемы какие-то? Да почему не... я могу? Привет, ты учишься, работаешь? Почему ты ушла? Я просто захотела уйти. Ой, самое лучшее, спасибо. Где Настя? Настя здесь. Вот я тут. Сейчас покажу. Где надо? Да неудобно просто. Я хотела что-то им показать. Хотела, короче, что-то показать, и в итоге забыла, что. Я хочу тебя взять. Все хотят меня взять. Прикинь, пойдем на фан-встречу, реально, толпа меня пьяных людей. Подняли со сцены и унесли отсюда. Нахер. Я предупрежу охрану, что толпа малолеток разъярённых. Очень опасно. Привет, Стюмени. Поверни камеру обратно, мне говорят. Я не знаю, кто победил. Покажу попозже. Давайте покажу. И, пожалуйста, не надо. Василина, тебе привет. Привет! Что, не здоровый? Здоровайся! Да, наверное, ревниво. У меня дама красивая. О, спасибо, покажи Настю. Все пишут показать тебя. Ребят, я голая. Это шутка. О, спасибо. Привет. Да не знаю я. Денчик. Денчик, там, короче, сейчас чуть Вероника не обосралась в подъезде. В смысле? Главное, что не в нашем. Да. Да ты уже кури спокойной. Да не могу я, мне, я же это... Пытаюсь бросить, и вот потихоньку... Я не хочу вам показывать, какая я плохая. Нет, не дралась. Вот. Да, конечно, занимаюсь. Как дела? Хорошо дела. Покажи это. Моя любимая книга. Я читаю книги. Сохрани эфиры. Сохраню. Я в городе Тюмени живу. Ребят, кого не было здесь и кто не знает, я это хочу на следующей неделе организовать фан-встречу в своем городе Тюмень. И надеюсь, что вы придете. Я буду очень рада видеть вас у себя в городе, во-первых. Ну и вообще видеть вас со мной, мы пофоткаемся, я что-нибудь придумаю прикольное, мы посидим, покушаем, я не знаю, выпьем там газировки и просто поговорим обо всем, о чем хотите, но кроме проекта.
Молодцы, вот неправильно. Не могу сказать, какое мое любимое место в Тюмени. Спасибо. Да я тоже думаю в Москву это поехать. Но я пока не знаю, когда. Алкоголь я выпиваю чуть-чуть, ну, то есть, чтобы там напиваться, да, потери сознания такого нет. Ну что ты ржешь? Я не ржу. Привет, Василина! Хочешь фанатки? Я думала, ранетки что-то показать. Переезжай в Тюмень. О, ну давай переезжай. Будем рады видеть снова вас. Мост влюбленных вы имеете в виду? Не, мне не особо. Мне очень не нравится свой город. Ну, типа, он мне надоел за 23 года, я устала. Ой, спасибо за милый. Сейчас, подождите, пожалуйста. Очень стыдно. Все. Все за... Ты тут перевел полторашку. Полторашку? Да. Сейчас будет кто? Ну, уже нет. А, я поняла. Да. Погода холодно, снег идет. Мое яркое воспоминание. Да я нет у меня ярких, я вообще не соображаю уже с этим. Тухляк. Ну у меня может быть, да. Может быть, я отсюда, если тупо. Спасибо. Нет, я девочка, алло. О, солнце. Солнце светит взрослым детям, а то и хочется петь нам. Будет тур, приеду. А, то, что было на посланках, это все правда. О, спасибо. Я хотела им сердечку показать. Ну, сердечко. Вот так, типа. Красно. Типа вот. Ребята. Вот. Рожать? Чего так много рожаешь? Котик. О, дай ладно, еще раз сердечко покажу. Потом во всем инстаграме, да? Мое сердечко беспонтовое. Не умею я сердечки делать, извините, если что. Да, плохое. Тату. На эту и на ту набью себе тату. Кофе твой я тебе давала. Спасибо. Глебова, это кто? Какой вопрос? Еще раз задай вопрос. Тут очень много, я не успеваю. Ну, правда, как я могу игнорить ваш вопрос? Тут просто мне пишут миллиард людей. И я не успеваю. Правда, ну что вы? Ему это к кому? Спасибо, что я клевая. И счастья тебе. Всего самого крутого в жизни, честно. Человек караоке. Да, блин, это поход про меня. Я люблю петь почему-то, всегда пою всякую фигню. О, спасибо. Голова у меня полегче уже прошла. Ну, легче стало. Может быть, бывает такое, что типа болит в детстве, типа в основном, потом, когда старше становишься, она проходит. О, конечно, можно. Приезжай в Тюмень на фан-встречу. Катя Крауз, привет тебе. Такое поведение глупое, жесть. Мое... Так выйди отсюда, человек. Да мне нет любимых песен, всякая фигня нравится. Мне сейчас нравится автомат, типа. О, от души, Вань. Хочу тебя так сильно обнять. Ну, блин, это вообще круто. Я бы тоже вас всех обняла. Честно, вообще всех бы обняла. Тебя знают на улице? Полечка, тебе привет. Нет, не ругаемся. Привет, Тюмени. Ну, спасибо. Вообще спасибо, ребят. Василиса, привет. Вверх-вниз, да. А меня обнимала на фан-встрече, пишет. А мне привет. И тебе привет. Привет, Тюмени. Кушать?
Ладно, ребят, я сейчас создам, короче, пост выставлю, что? Ой, опрос, пост, ну, короче, неважно, создам кое-что. А вы это, подмигни. Так, строил? Да это шутки. Ну, то есть, я сейчас создам опрос. Если у вас будет реально много, то есть, я сделаю фан-встречу. Если у вас будет мало, то извините. Ладно, я пойду кушать. Всем всего хорошего, спокойной ночи. Вдруг я сегодня опять не зайду. Пойду ужинать. Всего хорошего вам, ребят. Пока. Я люблю детей. Давайте, пока. Я отсюда никогда не выйду, блин. Вы такие клёвые, да? Еще им сердечко покажу и пойду. Все, сердечку, и я ушла. Спасибо за приятного аппетита. Вот.